спецоперацию Чарли, операция Родина Безопасности на ветеране. Цель миссии — отбиться от 5 атак противника. Но здесь будут мины, сторожевые пушки, оружие. Для начала скажу заранее. Я поменяю все свое оружие на АК-47 и на винтовку снайперскую Н-21. Сразу же возьму мины и сторожевую пушку. Сколько времени у меня будет? 10 секунд. Начало операции. Значит, также по нам будут стрелять вертолеты, БТР и ракеты Predator. Поэтому не высовывайтесь на улицу. Сейчас все увидите, как это все будет происходить. Играю я один, поскольку я без напарника. Это будет мне вдвойне сложнее. Но также вдвойне интереснее. Вот, почти загрузилась игра. Вот, отлично. Ну, начинаем. Как видите, сразу же меняю все оружие, которое я сказал, на АК-47. На самую готовку. И сразу сражу пушку. Вот сюда вот. Так вот, так можно взять мины, поставить их вот сюда, мину. Делайте это очень быстро, поскольку вам стреляют. Все, хватит. Теперь бежим внутрь дома. Это будет наш основной опорный пункт. Берем здесь стрижу пушку, ставим примерно вот сюда же. Ставим мину сюда одну, на всякий пожарный. Все, и теперь сбегаем за барную стойку, и здесь теперь будем сидеть и отстреливаться от всех атак. Главное, чтобы они вынесли наши две стрижевые пушки. Значит, у нас будет уже проблема, если вынесут стрижевые пушки. Отлично. Проверим немного наши мины. Проверим задний проход. Все отлично. Так, возвращаемся опять за барную стойку. Тут есть М240 специал МАГОС. Это же по желанию, что кто кому интересно. Можно немного пострелять, пока недалеко от нас. Так сказать. Строить стрельбу по живым мишеням. Так. Это уже опасно. Сама, давайте им зайти внутрь к нам. Внутрь бара. Это будет ровная смерти. Пока что это врубается неопытно, поэтому урона нам не так много наносится. Враги как на уровне офицера урон. Поэтому от трех выстрелов мы не умрем.
нас спасло. Проверим все стрижи пушки. Сработает. Теплые тут мало чем помогут. Нелепость. Я вам скажу. Единственное оружие вызовом это только снайперское винтовка. Больше тут такого оружия нет вообще. А, еще у нас есть подствольный гранатомет. Я забыл совсем сказать, то, что на АК будет подствольный гранатомет. Вот нам тоже еще один плюс. АК-47 в этой миссии. Вот, и самое хорошее, что в бой настойке, потому что нас вообще не могут убить плиты практически. Они просто мажут. Так, у нас заканчивается оружие, как вы видите. Заканчивается боеприпас. Сейчас мы их убьем и покажу вам, что, как еще, куда можно зайти, можно получить и так далее, и тому подобное. Вау. Не берегитесь людей с РПГ, это тоже опасные. Опасные люди. Вот, лично закончилось 50К47, поменяем на... Вот, еще один АК-47. Кстати говоря, тоже с гранатометом. Вот, отлично, мы всех убили. Значит, пару минут на передышку. Так, значит, показываю, что у нас здесь есть. Ну, стрижи пушки-то видели, мины тоже видели. Можно пока поставить мины, пока витают. У нас, ну, мало видно.